Сейчас муха набухается. Да уж, тихо подкрадывается Тайкус. Очень тихо. Прям не слышно. Стелс. Для главного преступника в секторе тебя не так уж и сложно найти. Всем привет, меня зовут Дмитрий, канал UFO Play, и сегодня мы начинаем второй StarCraft Wings of Liberty, кампания за Терранов. Вот вы спросите, а что в этом такого? Данную кампанию уже проходили все, кому не лень, на всех уровнях сложности и даже без постройки юнитов. А я вам отвечу. Дело в том, что я в рейтинге не поднимался выше серебра, а хочу пройти данную кампанию на самом высоком уровне сложности. И значит, мы будем страдать. И страдать мы будем сильно и долго. В этой игре вы не увидите ни бешеного АПМ, ни гениального микро и макро. Будем проходить, как проходит большинство смертных, ну то есть обычных людей, которые купили игру и решили пройти кампанию в первый раз. Правда, я прохожу ее не в первый раз, но проходил ее очень давно. Уровень сложности эксперт. Начинаем. Ах да, в этой игре я не буду ни пропускать, ни вырезать катсцены. Постараюсь прокликать все диалоги. Так что полностью будем погружаться в сценарий. Говорят, человек узнает себя только тогда, когда его лишают свободы. Интересно, насколько хорошо знаешь себя ты? Заключенный, встаньте на платформу. Так вот как доспехи мариков надевают. Прикольно. Прямо заваривают, как в консерву. Пожаловать в новую клетку.
Тебе ли не знать, что грядет война? И она принесет как славу, так и страдания. Вперед, мистер Финли. Свобода ждет. Черт, давно пора. Интересно, а как он в туалет будет ходить в этом скафандре, если его запаяли? Надеюсь, мы этого никогда не узнаем. Марсара, пограничный мир, космическое пространство Доминиона. Какая быстрая загрузка. К другим новостям. Император Артур Менгск провел пресс-конференцию, посвященную 4-й годовщине окончания так называемой войны зергов. На конференции побывала Кейт Локвелл. Император, угроза нового вторжения зергов все еще очень велика. Но вместо укрепления армии вы тратите триллионы на выслеживание бывших повстанцев, таких как Джим Рейнер. Джим Рейнер представляет прямую угрозу Доминиону. Этот беспринципный мятежник сеет ужас и панику по всему сектору. Его банда подонков спровоцировала восстание в 6 колониях и похитила огромное количество оружия. Преступник будет привлечен к ответственности. И очень скоро. Сначала поймай меня, сукин ты сын. Ну что ж ты телевизор-то портишь, а? Адъютант, войска готовы к бою? Войска готовы и ждут приказов, командир. Загружаю тактические данные. Отлично. Застоялась наша революция. Пора взяться за дело. Станция Дальняя. Важнейший транспортный узел Доминиона на Марсаре. Подрыв власти Менгска в этом поселении остановит экономическую деятельность Доминиона на всей планете. Задание «День независимости» — задача уничтожить форпост Доминиона. Юниты. Пехота общего назначения, морпех. Атакует наземные и воздушные цели. Сложность «Эксперт». Начинаем. Адъютант, что там у нас? Доминион использует станцию «Дальняя» в качестве основного транспортного узла на Марсаре. Через нее проходят все грузы. Недавно основная часть войск Доминиона покинула станцию, ослабив оборону Дальней. Как реагируют местные? Местное население поддерживает антиправительственные настроения, но ему не хватает оружия и организации. Если мы отобьем станцию у Менгска, он еще долго не сможет вернуть себе власть над Марсарой. Готовь корабль. Ну что, парни, давайте покажем местным, что не начинаем. Ну что, F2 оклик? Это и будет все наше микро. Убеди меня. Рейдеры вперед. Собачка. Рассредоточиться. Держите ухо востро и не подставляйте спины. Вперед. За мной. Можно попробовать. Она от меня убегает. Не ходите по этой дороге. Так, что-то обучение какое-то? Подсказки. Джим Рейнер является героем. Время от времени на поле боя будут выходить герои, являющиеся, по сути, усиленными вертиями обычных боевых единиц. Новая боевая единица – морпехи. Легкая пехота – морпехи, универсальные солдаты, атакующие и наземные, и воздушные цели. Обучение.
Чтобы посмотреть обучающие ролики, откройте меню «Справка F12» и выберите пункт «Обучение». Я не подведу. Рейдеры вперед. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Так. Я не подведу. Пока у нас Рейнер целый, он будет танковать лицом. Можно попробовать. Рейнер? Убить его! Я не подведу. Они моего морпеха уже завалили. Ничего себе. За мной. Я не подведу. Хватит проблем. Я ж так закончусь быстро. Можно попробовать. Присмотритесь к своим соседям. Не позволяйте инакомыслию расколоть наши ряды. Командир, уничтожение голографических стендов поможет разжечь бунтарские настроения. Что дальше? Уничтожаем. Меня от Менгска уже тошнит. Расстреляйте стенд. Я не подведу. Можно попробовать. Менгск лжет. За мной. Рейдеры вперед. За мной. А где все? Вперед. Рейнер вперед. Что дальше? И атакуем. Можно попробовать. Менгск, иди за Тунзурина. Рейдеры вперед. Моя семья. Мои соседи. За мной. Не нравится мне все это. Сейчас спасем и семью, и соседей, не переживай. Можно попробовать. За мной. Командир, в центре города собирается крупная... Ох, ё. Значит, пора отправить им наш подарочек. Спасай мариков. Как можно больше. Рады тебя видеть, Рейнер. Эх, мало спасти получилось. Работайте на совесть. Гордитесь своим трудом. Каждый должен внести вклад в дело Доминиона. Да иди ты нафиг. Ради безопасности. Можно попробовать. Со своим вкладом. Я не подведу. Рейдеры вперед. Я не подведу. Мы защитим вашу свободу. За мной. От кого? От себя же? Дерьмово. Хорошо сказано, Рейнер. Работайте на совесть. Гордитесь своим трудом. Каждый за мной. Блин, где-то я это уже слышал. Причем недавно. Рейдеры вперед. Я не подведу. Рейдеры вперед. Так. Кому навешать? Убитых мариков назад. Не молчи. Недобитых вперед. Я уже заждался. Убеди меня. И идем. Я не подведу. Наконец-то. Вижу гражданских. После прибытия на место раскопок вас накормят. Моего брата отправили в шахту на прошлой неделе. С тех пор о нем ничего не было слышно. Стой! Куда? Они стреляют по мирным жителям. Вперед! И о тебе уже ничего слышно не будет. Не убивай моих мариков! Я не подведу. Блин, только два марика осталось. За мной. А мне еще эту труповозку валить. Менгску придется заплатить за многое. Спасибо, Рейнер. Мы знали, что ты не бросишь нас в беде. Ближе к аванпосту доминионцы удерживают еще несколько колонистов. Сейчас разберемся. Рейдеры вперед. Шериф Рейнер, давненько вас не было видно. Мы с вами, рейдеры! Ну что, рейдеры, покажите, на что вы способны. Что дальше? Рейнер, танкуй. Хватит прохлаждаться. Это закрытая территория. Вы арестованы. Мы тебя прикроем, Рейнер. Уж постарайтесь. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Я не подведу.
Бей викингов, да добивай ты его уже. За мной. Первая миссия готова. Я не думала, что мы способны пойти против них. Но оказалось, что способны. Теперь у вас для этого есть и оружие, и ресурсы. Не дайте Менгску снова поставить вас на колени. День независимости выполнен. Ну, ачивки тут я давно уже когда-то сделал. Да и за ачивками я особо гнаться не планирую. Главное — пройти. Сейчас муха набухается. Да уж, тихо подкрадывается Тайкус. Очень тихо. Прям не слышно. Стелс. Для главного преступника в секторе тебя не так уж и сложно найти. Решил навестить тебя. Малыш Джимми Рейнер. Народный герой. Тайкус Финдли. При костюмчике. Спасает от сюрпризов. Я слышал, тебя заморозили. Пожизненно. Что, дали отпуск за хорошее поведение? Да, дружище. Теперь я образцовый гражданин. Так чем я обязан чести? Хочу предложить тебе кое-что подружнее. Знаешь, зачем доминионцы сюда прилетели? Нет, но ты же мне расскажешь. Они выкапывают артефакты пришельцев, приятель. Твой друг Менгск на этом помешался. Но у меня есть кое-кто, готовый выложить круглую сумму за каждый артефакт, что мы позаимствуем у Доминиона. От таких предложений не отказываются. Да, Тайкус? Тогда по рукам 60 к 40. 70 к 30. В мою пользу. Прямо как в старые добрые времена. Именно. Так, теперь нужно все потыкать и со всеми поговорить. Сэр. Так, ничего не пропустил? Сэр. Нет, ничего. Ага, можно музычку менять. Хорошо. Что там по новостям? В эфире прямая трансляция из студии UNN на Кархале. И с вами я, Донни Вермиллион. Наш корреспондент на Марсаре, Кейт Локвелл, готова сообщить нам шокирующие новости. Кейт? Спасибо, Донни. Известный бунтовщик Джим Рейнер возобновил подрывную деятельность против Доминиона. И надо сказать, что возвращение получилось эффектным. Рейнер и его рейдеры напали на склад Доминиона возле станции Дальняя, захватили деньги и оружие и раздали их местному населению. Кейт, я уверен, что местные жители не приветствуют появление в своих краях столь отчаянного и кровожадного преступника. По правде говоря, Донни, люди, с которыми мне довелось поговорить, очень рады. Спасибо, Кейт. Итак, Джим Рейнер терроризирует мирных жителей Марсары. К другой теме.
используют ли ваши дети стимуляторы? Болтай, болтай, приятель. Это только начало. Да уж, типичный зомбоящик. Может, это не мое дело, но как ты оказался на свободе? Ну, я выломал дверь холодильника, когда меня этапировали в Новый Фолсом. Черт, да я удавил не меньше дюжины охранников голыми руками. Да-да, где-то я это уже слышал. Расскажи еще, как ходил по воде и совратил дочку начальника тюрьмы. Не хами, сынок. Слышал я, как ты выбился в записные освободители, пока я отдыхал в застенках. Что такое, Джимми? Война за правду и справедливость оказалась не по зубам? Рано меня списывать со счетов, Тайкус. Обещаю, так или иначе власти Менгска придет конец. Так, со всеми поговорили. Обучение. Персональный коммуникатор. Воспользовавшись персональным коммуникатором, лежащим на барной стойке, вы можете получить информацию о следующем задании. Щелкните по персональному коммуникатору левой кнопкой мыши, когда будете готовы. Объекты. Вы можете взаимодействовать с различными объектами, щелкая по ним. При наведении указателя мыши на интерактивный объект, тот подсветится. После вашей операции на Марсаре поднялась волна мятежей против режима Арктура Мянгска. Тем временем бывший заключенный Тайкус Финдли выяснил, что на Марсаре найден инопланетный артефакт, и Доминион ведет работы по его извлечению из-под земли. Захват артефакта нанесет Доминиону очередной удар, а его продажа таинственным знакомым Финдли может принести значительный доход. Вне закона. Задача – захватить артефакт пришельцев. Новый юнит – медик. Боевая единица поддержки – лечит находящихся рядом органические войска. Начинаем? С виду обычный старый аванпост. Что в нем особенного? Не торопись с выводами. Доминионцы уже несколько месяцев ведут тут раскопки. Видишь кран? Они раскопали инопланетный артефакт и готовятся поднять его. Чтоб мне провалиться. То-то же. Стоит иногда доверять людям, Джимми. Ну ладно, пора задать жару Доминиону. Разнесем их базу и вытащим эту крошку оттуда. Обязательно. И зададим, и разнесем. Все сделаем. Ах да, забыл сказать, хоть Кей я тоже не особо знаю, так что будем по старинке. Кликать мышкой на иконки. Кого подлатать? Недостаточно минералов. Для атаки аванпоста нам потребуется гораздо больше морпехов, чем у нас есть сейчас. Нужно обучить новых бойцов в казармах. И еще нужно обучить побольше КСМов в командном центре и отправить их добывать минералы. Ресурсы нам пригодятся. Ну это да. Занимаюсь. В процессе. Недостаточно минералов. КСМ готов. Что происходит? Требуются дополнительные хранилища. Брось с дороги! Сразу хранилище ставим. Вооружен и опасен! А? Приказы будут? Точняк! Требуются дополнительные хранилища. Еще хранилище и еще КСМы. Достаточно минералов. Больше минералов, богу минералов.
А то сейчас как набегут враги лютые, все поломают. Достаточно минералов. Пристройка завершена. Недостаточно виспена. Ничего себе, медики виспена стоят. Где ж мне столько виспена взять? Они сейчас меня и вынесут такими темпами. ТСМ готов. Доктора вызывали? Ура, первый медик. Новая боевая единица, медик. Поддержка пехоты. Медики автоматически лечат ближайшие органические боевые юниты. Обучаются в казармах. Новая постройка, лаборатория. Вы можете построить лабораторию к казармам, чтобы обучать специальные пехотные подразделения, например, медиков. Чтобы начать строительство, выберите казармы и нажмите кнопку «Построить лаборатория» на панели приказов. Новая постройка, хранилище. Для обучения войск необходимо хранилище. Чтобы увеличить их число, отдайте приказ КСМ «Построить хранилище». Новая боевая единица. Боевая? Ничего себе. КСМ. Рабочий КСМ занимается добычей ресурсов и строительством. Постройте дополнительный КСМ в командном центре, чтобы ускорить добычу. Понятненько. КСМ готов. Недостаточно минералов. Нужно больше морпехов. Иначе сейчас меня будут бить. Возможно, даже ногами. КСМ готов. Бегом, марш! Пристройка завершена. Что стряслось? СМ готов. За твой счет. Больше складов, богу складов. Вооружен и опасен. Приказы будут. Прочь с дороги. Строим мясо до следующей волны, а потом идем в атаку. Выкладывай. Доктора вызывали? Медики тащат. Ресурсы, ура! Повстанцев на юго-западе. Вот и славно. Значит, к нам они пока не сунутся. Тайку, с этим людям нужна наша помощь. Нельзя их бросать. Поможем, обязательно поможем. Все, помогли. Вовремя вы появились. Мы в долгу не останемся. Если понадобится помощь, только скажите. Добро пожаловать в команду, парни. Это ребята Рейнора. Больше морпехов. Доктора вызывали?
удиви меня! Кому навешать? Я уже заждался! Вон они! Внимание! Приближаются вражеские гелионы. Ах вы! Со сплэшевым уроном нехорошие гелионы. Задавим их интеллектом. Доктора вызывали? Бей врага. Доктора вызывали? Добрались до базы. Начинаем ковырять. Ничего себе, мои марики сыпятся. Быстро ты вскрыл этот бункер, Джимми. С твоими бойцами и моей деловой хваткой мы многого добьемся. Я, кажется, построил армию медиков. И что мне теперь делать? Так, медиков больше не строим. Бей, бей врага. Ай, танк. Танк больно бьет. Бежим бить танк. Пока танк не убил меня. F2, а клик. Какая полезная команда. Побеждаем. Ну, первая миссия, они не особо сложные. А вот дальше придется попотеть. Почему бы и нет? Бегом! Что на новенького? Все, разлетелась база Доминиона. Так ей и надо. Управление экраном. Расшифровка кодов защиты. Управление экраном получено. Чудно. Осталось поднять эту крошку, и можно убираться отсюда. Первый кусочек артефакта. Эх, никаких ачивок не дали. Обидно. Ну да ладно. Не страшно. Мы за ачивками не гонимся. Ух, сколько всего читать нужно. И со всеми говорить. Сделаем это в следующем видео. Подписывайтесь на канал, комментируйте, критикуйте, предлагайте. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Всем пока!